В якому стані була станція, от після того, як ви повернулися, наскільки все було, ну, наскільки все змінилось після деокупації? Это там в основном вот где вот АБК-1, где вот столовая, где вы вот были сегодня, там вот были там пограблены помещения, вот там компьютеры, там все вот это самое. Ну, даже были вот, в нашей газете там фотографии опубликованы, там в каком состоянии находились там. Ну, как вот показывают иногда, там заходишь, везде бардак, все раскурочено. Вот, были такие, да. Ну, это вам лучше, наверное, расскажут те, кто... сказати, руководство і остальні, так, все, хто був тут в цей момент. А щодо от 86-го року, вам взагалі не страшно було повертатись на станцію після, якби, стався вибух? Я не можу сказати, що було не страшно. Ну, як говориться, це моя життя була, моя робота, я без колебаній повернувся. Тобто в июлі місяці я... Тобто, ну там як, ми відмічались, це... Вот, и вот кто был не нужен сразу, там же так, что все сразу. Ну, приходил вызов человеку, человек ехал, то есть вот, ну, его рабочее место можно было уже работать, все. Присылали вызов, человек приезжал или не приезжал. Кто-то, многие уже не приехали, не вернулись, кто-то остались где-то, где поселились после аварии, кто-то остался.